С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Стандарт. Это ST1226. Набор состоит из 26 единиц инструмента. Рабочий квадрат. В наборе идет средний, это 1,2 дюйма. И немного о компании Стандарт. Это компания из Харькова. Выпускает на полупрофессиональный инструмент. Но заводы находятся в Китае и в Индии. Поставляется набор картоновой упаковки сверху на кейсе. Что указывает производитель, это комплектация набора. CRV, хромванадиевая сталь, материал изготовления и соответствует стандарту ISO 9001. Теперь по комплектации. Начнем с трещотки. Трещотка под квадрат 1,2. Длина ее 26 см. Рукоятка здесь комбинированная. Черный цвет это резина. Синие ставки это пластик идет. Трещотка разборная, можно разобрать, обслужить внутри. Храповый механизм, имеет реверс и быстрый сброс головки. Надпись «Стандарт» на металле идет. CRV, хромванадиевая сталь. Здесь идет трещотки 48 зубьев. Силовая считается. Далее Т-образный вороток с плавающей головкой, длина его 250 мм. Также он используется как удлинитель, если вот разобрать. Удлинитель 250 мм. И этот переходник можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. У кого есть 3 восьмых трещотка или вороток, можете использовать головки вот через этот переходник. Еще один удлинитель 125 мм под квадрат 1,2. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри они имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Кардан под квадрат 1,2. Кардан скреплен металлическими вставками, то есть он не разборной идет. Головки. В наборе 18 головок под квадрат 1,2. Самая маленькая головка у нас здесь на 8 мм, 6 граней. И самая большая 32 мм, шестигранная. Надписи на головках «Стандарт». CRV, хромванадиевая сталь и 32 мм. Вес головки 32 мм, составляет 210 грамм. Теперь визуально по качеству изготовления инструмента. То есть производитель указывает хромванадиевая сталь инструмента. Литье здесь хорошее, довольно хорошее, как для инструмента полупрофессионального качества. То есть нету ни сколов, никаких следов от литья. То есть все хорошо отполировано и нанесено. Защитное покрытие матовое на инструмент. Удлинитель полностью хорошо отполирован. То есть вопросов по качеству литья здесь нет. Все хорошо сделано. Теперь по кейсу. Кейс здесь пластиковый, темно-синего цвета. Защелки, как видите, здесь самые обычные запирания. Все даже не замки, а такие защелки пластиковые. То есть кейс здесь самый обычный. Он цельнолитой, то есть нету завис. Видите? Здесь полностью отлит одна сплошная конструкция. По весу. Вес набора 3,5 кг. Ширина 30 см. Длина 21 и высота 7 см. Логотип стандарт на верхней крышке. Пластик средней жесткости. Продавливается пальцем, но хорошо пружинит. Кому нужен небольшой набор, полупрофессиональный для обслуживания личного автомобиля, рекомендуем присмотреться к фирме «Стандарт». Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.